Всем привет! Это Сан-Клементо, очень красивый испанский городок в Южной Калифорнии, в Оранж-Каунти. Он был построен испанцами, поэтому знаменит своей испанской архитектурой. Это центральная туристическая улица. Людей немного, потому что это будний день, понедельник, но все же, как вы можете заметить, есть народ и в ресторанах, и в магазинах, пусть и не так много. А мы едем праздновать день рождения моего супруга. У него сегодня такая знаменательная дата. Решила вам немножко заснять видео из машины, потому что часто звучат комментарии, куда подевались все люди. По вечерам, как правило, все направляются в рестораны, либо фитнес-клубы. Очень многие люди занимаются серфингом. В этом видео я вам покажу. На самом деле, как только начинаешь смотреть, невозможно оторваться. Это, кстати, вот мы сейчас проехали библиотеку, это было административное здание. Там же можно получать разрешение на парковку. Мне тут как-то раз влепили штраф, я туда ездила разбираться, поэтому знаю, что это за здание. Сейчас будет набережная Пирс Сан-Клементо. Вот, обратите внимание на архитектуру этих домов. Это чистая испанская архитектура. Вообще в Сан-Клементо такое ощущение, что ты находишься не в США, а в Европе. Особенно на побережье. Настолько все необычно для США. Вот эта вот архитектура. Белые домики, красные крыши. Это такая огромная парковка, но даже на ней бывает не хватает мест. Приходится как-то изощряться. Немножко успели на закат. Сейчас я вам покажу из машины. Вон вдалеке, видите, солнце садится. На фоне такой красоты. А мы ищем парковку. Сейчас припаркуемся. И покажу вам небольшой кусочек заката. Так, все. Надо бежать, успеть вам показать солнышко. Чуть-чуть не успели на закат, но немножко захватили солнышко. Эта дорога идет в Лос-Анджелес. Сейчас мы приблизим. Вон там был закат Сан-Клементо, а в ту сторону дорога в Сан-Диего. Вот такие домики симпатичные на берегу. Здесь мы с девчонками отдыхали, они приезжали из ЛА на эту станцию, вот здесь выходили и потом обратно возвращались в ЛА. А мы идем сейчас в Fisherman, вот наш любимый бар и ресторан. Здесь прибрежные ресторанчики с красивым видом на океан. Это бесплатный автобус, он идет до Лагуны Бич. Видите, free rides. Я вас не обманываю. Такой вот автобусик. Добрый. Привет. Ресторанчики. Красивый закат. Сан-Клементовский. Сегодня день рождения мужа, мы идем отмечать. Дети хотят мидии поесть. Там целое ведро с мидиями. Если получится, сниму вам, покажу. Какое небо. Красочное. Тут, кстати, качели есть, но дочка отказывается сюда ездить. Говорит, что качели здесь какие-то низкие, что ли. А?
Никуда себе оставляю. Да, я сама себе хожу, рассказываю. Нет, никуда не выкладываю. А вот это бар, фишермен и ресторан. Что, Кен? Ничего, мам, сиди, снимай. Я не сижу, я иду. Что в том анекдоте было? Нам достался столик с таким шикарным видом на океан, на пляж. Вот здесь вот беседка, где у нас была тусовка. Just a second. О, пошли все четыре. Класс! Подрезал. Вот нам принесли хлеб, миди по $19 за штучку, кальмары, фиш, суп. Не забудь про шампанское, я думаю, там не последнее. Шампанское, это не шампанское. Так выглядит вечерний Сан-Клименто. Тут апартаменты на первой линии, ресторанчики. Сегодня понедельник, народу не очень много, но тем не менее все равно людей хватает ввиду того, что лето, каникулы. Вот вечерняя улица Сан-Клименто. Тут вон ребята что-то танцуют. Каждый развлекается в силу своих возможностей. На этом все. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем пока-пока.